Словом, у нас есть все основания полагать, что пресловутая политика сдерживания России, которая проводилась и в 18, и в 19, и в 20 веке, продолжается и сегодня. Нас постоянно пытаются загнать в какой-то угол за то, что мы имеем независимую позицию, за то, что ее отстаиваем, за то, что называем вещи своими именами и не лицемерим. Но все имеет свои пределы. И в случае с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Насколько нужно потерять политическое чутье и чувство меры, чтобы не предвидеть всех последствий своих действий. Россия оказалась на рубеже, от которого не могла уже отступить. Если до упора сжимать пружину, она когда-нибудь с силой разожмется. Надо помнить об этом всегда. Услышат ли нас наши партнеры где-то за океаном или в Европе? Но я надеюсь, что услышат. Но в то же время, я только что тоже об этом сказал, существует определенное опасение в отношении самой России, ее масштабов, ее возможного потенциального роста и мощи. И поэтому предпочитают нас тоже разукрупнить, растащить. Услышат ли в этом случае наши партнеры? Ну, повторяю, чем они в значительной степени руководствуются, но мне все-таки кажется, что должны услышать, потому что в складывающемся современном мире, имея в виду тенденции его формирования на ближайшую историческую и более отдаленную историческую перспективу, весь этот мир, вся Европа, я уже об этом говорил, от Лиссабона до Владивостока, должны объединиться, чтобы быть конкурентоспособными и жизнеспособными в бурно развивающемся мире. И вот это чрезвычайно важное обстоятельство. Надеюсь, что наши партнеры нас услышат и поймут. Поймите нас. Верю, что меня поймут и европейцы, и прежде всего немцы. Напомню, что в ходе политических консультаций по объединению ФРГ и ГДР на, мягко говоря, экспертном, но очень высоком уровне, представители далеко не всех стран, которые являются и являлись тогда союзниками Германии, поддержали саму идею объединения. А наша страна, напротив, однозначно поддержала искреннее, неудержимое стремление немцев к национальному единству. Уверен, что вы этого не забыли. И рассчитываю, что граждане Германии также поддержат стремление русского мира, исторической России к восстановлению единства.
какие формы должна приобрести наша кооперация? В каких формах мы будем сближаться друг с другом? Будет это общий рынок свободный? Будет это наше ассоциированное членство в Евросоюзе? Но сближение России и Европы, если мы хотим сохраниться как цивилизация, хотим быть успешными и конкурентоспособными, сближение России и Европы неизбежно. Мне кажется, что русский человек, или сказать пошире, человек русского мира, он прежде всего думает о том, что есть какое-то высшее моральное предназначение самого человека, какое-то высшее моральное начало. И поэтому русский человек, человек русского мира, он обращен больше не в себя любимого. Хотя, конечно, в бытовой жизни мы все думаем о том, как жить богаче, лучше, быть здоровее, помочь семье. Но он все-таки не здесь главные ценности, он развернут вовне. Вот западные ценности, они заключаются как раз в том, что человек в себе сам, внутри. И мерило успеха – это личный успех. И общество это признает. Чем успешнее сам человек, тем он лучше. У нас этого недостаточно. Даже очень богатые люди, они все равно говорят, ну, заработал он миллионы, миллиарды. Дальше что? Конечно, мы менее прагматичны, менее расчетливы, чем представители других народов. Но зато мы пошире душой. Может быть, в этом отражается и величие нашей страны, ее необозримые размеры. Мы пощедрее душой. И я никого не хочу при этом обидеть, ведь у многих народов, у них есть свои преимущества, но это, безусловно, наши. В современном глобальном мире происходит интенсивный обмен. И генетический обмен, и информационный, и культурный. И нам, безусловно, есть что взять у других народов ценного и полезного. Но мы всегда, сотнями лет, опирались на свои ценности. Они нас никогда не подводили. И они нам еще пригодятся.